В Омске завершился конкурс для выпускниц платья мечты, организованный Омской телевизионной компанией вместе с дизайнером одежды Ермеком Хапизовым. В течение месяца девушки присылали эскизы платьев, в которых они мечтали пойти на выпускной бал. Итоги конкурса были подведены в эту среду. Кому бесплатно достанется уникальное платье для выпускного и в каких нарядах видит себя выпускница, расскажет Юлия Боброва. Мечтаешь пойти на выпускной в идеальном платье? Хочешь красоваться в таком наряде, которого точно не будет ни у кого в городе? Этим девушкам предстоит одно из самых важных событий в школьной жизни – выпускной бал. Судя по эскизам платьев, конкурсантки намерены поразить одноклассников своими нарядами. Чтобы придумать эскиз, у многих ушел не один день. Много раз перерисовывала это платье, у меня как... Что-то не получалось, что-то не так. У меня столько бумаг осталось. Но потом смотрю, вот получилось то, что вот хочу. Я очень обожаю розовый. Я люблю розовый во всех тонах и оттенках. Видела именно вот в таком, как летящем розовом облаке, чтобы я была такая мягкая, воздушная вся, как настоящая принцесса. Ведь не каждый день бывает такой праздник, как выпускной. Выпускницы присылали эскизы платьев необычного кроя. Большинство красные или розовые. Каждая уникальна. Но дизайнер Ермек Хапизов в прямом смысле устраивает разбор полета. Полета фантазий конкурсанток. Можно нарисовать много разных фантазий, идей, но реализуются из них единицы на платформе того, что мы имеем. А платформа – это материалы, наши возможности. И мы выбрали победителя как раз-таки из этих факторов. Ну и один немаловажный фактор – это, конечно же, тенденции моды. И, собственно говоря, сама мечта. И только в одном платье мы видели реальную мечту. Воплотить решено мечту в эскизе 11-классницы Ангелины Андрейченко. Это красное платье в пол с вырезом на спине. Внешне простое, но классика и минимализм – это тренд. Мне нравятся достаточно простые дизайны, то есть... однотонные вещи какие-то. Мне это нравится. Уже через месяц Ангелина получит платье, эскиз которого она придумала сама, причем совершенно бесплатно. Но главное – эксклюзивность. Ведь на балу такого же точно ни на ком не увидеть. А ведь именно об этом и мечтает каждая выпускница. Юлия Боброва, Сергей Степанишин. Новости здесь, Омск.